Да. Ой, упадет вон там. Разобьется об диск. Диск. Держи. А, пустая? Ну, ничего страшного. Да я тебя. Смотри, порвалось. Кто положил? Это не я. Подложил. Так. Загрузил. Что? Так может Юре надо было все? Кого? Наивный алмаз. Давай мне еще одну. Дави. Это может быть туда положить. Куда? Вот один или два? Один. Аккуратно он растягивается. Смотри какой. Гийский дождевик. Юрку, это же гийский дождевик. Ой. Садам. Все будут красивые. Все будут голубые красивые. Голубые. Десятого. Собак. Нагадил, а потом взрывал. Юра, что ты ешь? Не показал. Не готовил, то и ем. Чем же? Не вывод? Зашло? Да. Ой. О! Ты что, бы поплыли? Погибли? Goodbye, my friend, goodbye. До худкой сустречи. Лёшка, я для тебя держу батончик. Батончик? Себе. Вот мы и выбрали. Да, это Юра вроде. Юра. Ты где-то это, сзади гребешь, ни хрена не видишь. Ну, ну то есть гребем, не видно. С другой стороны заходи, да? О, май гад! Where are you from? I am from me. Hello. Mexico. Hello, friend. Hello. Hello, friend. Only you understand me.
you can pony happy. We are friends. Мартулечка, Мичана, я вот на путь истины наставляю. И что ты? А ты чего снял? Спасибо. Так спрашивай. Сейчас будет вылупляться и воду мрячь. Элена. Бурдалакомка. Дал бутылку, получила ваш. Давай, вы сюда. Вау, такой такой крутой. Он смачный. Держи. Могу вам еще предложить пинца. Найдем ли лучше, но тут хорошо. Все дрова на первом. Стоят. Дороги нету? Мотоциклы не будет гонять среди ночи? Палки будет. Ну, ты такие лодки не брать. А это, блин, был. Ну, хотя бы тут. Пусть на берег будет, он будет что нога тут. Как-то я еду. Тут еще есть поляна такая. Я смотрел. Туда сходил уже. Не будь то. Он говорит, не очень. Что, давно? Она опущенная вот так вот. И там все в кротовьях этих. Вся да. Поляна. Поехали дальше. Следующее хорошее место, да? Вся в кротах. Thank you.
со мной тянешь? Слабаки! Лёш, тоже хрусталь. Забрали, здесь хрусталя набрали, походу. Валишь завтра. Да пусть идут, что ты их останавливаешь? Мужики там, может быть, слышишь, мужики? Если найдете потолще, скажете, придем. Под сидушку. Нам на лавку надо. Так, что-то для углей маловато будет. Ну нафига это все тягать? О! Эй! Веселый, значит нормально. Кидай на меня! Мне кажется, надо только подпалил свет замайстрыл. Да, свет мой. Будет як тады. Лёшка, а вот смотри, вот эти палочки сгорят, хватит углей или нет? Ну, надо потолще на угли. На угли надо толще, да. Да, поставим. Ну, чтоб с видом на реку. Смотри, не запустили. Да, и тут как раз горка. Ставь на горку. Горит курица. Надо, наверное, разворушить. Они готовы. Надо уже ворушить и жарить, иначе мы будем ждать до утра. Ворушила. Ну, давай. Ждем, что поставить? Ждем ворушила. Так может вначале на железяке попробовать? Не, вода высоко. Высоковато. Железякер. Пока огниво большое. Можно воткнуть. Да, поглубже вбить. Блин, ну она сейчас раскаленная, чем ее взять. Палка зубами выбьет. Палка-копалка. Ну, можно и вынуть, а то она погнется. Спасибо, Лёш. Ты обычное железо там, да? А? Обычное железо. Ну, эти шпильки, да, сталь обычные. Обычное китайское железо. Шпильки китайские? Конечно. Так неужели у нас вот в Павлову кому-то сделать шпильки? Так у нас оно стоит 3 рубля, в Китае 0,1 рубль. Точно, оно не в Павлову, но дорого. А почему тут дорого, я не пойму. Зарплата, наверное, почти у китайцев. А привезти сюда дешевле?
прошлого года. С Китая. Ну, это да, большие партии. А у них металл так себе какой-то. Ну, пока еще. Лучше, чем наш. А у нас тоже в России, наверное, какой возраст. Ой, хороший чай.